Ты спросишь меня, зачем мы продолжаем путь против течения, с обнаженными руками и без мечи, лишь сохраняя свое собственное мнение, как лобовое стекло. Мы разбиваемся из силы фальши, нас превращает в пыль все в дерьмо, как беспонтовый вкус больничной каши. Пока мне горит еще живой огонь, мы точно будем жить с протянутой рукой. Ты скажешь мне, забей, пусть все будет так, но и ты можешь изменить свое решение, понять, кто друг, а кто твой враг. За бездушным и покорным привидением много лет спустя, когда нас время поимело знатно, мотаем пленку нехотя, вернуть пытаясь то, что точно безвозвратно. Пока во мне горит еще живой огонь, мы точно будем жить с протянутой рукой. Спросишь меня, зачем мы продолжаем плыть против течения, с обнаженными руками и без мечей, лишь сохраняя свое собственное мнение.